На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель примет финал 4 розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд. Завтра состоятся полуфиналы. В 18:00 на паркет Дворца игровых видов спорта выйдут «Берестия» и действующий обладатель трофея БНТУ «БелАЗ». Чемпионки страны, гандболистки Гомеля, за путевку в главный матч турнира поспорят с городничанкой. Эта игра начнется в 20:00. 23 мая пройдут финалы, матч за 3-е место. Неудачники полуфиналов поборются за бронзу в 18:00. Финальный поединок начнется в 19:30. Завтра состоятся решающие матчи четвертьфиналов чемпионата Беларуси по мини-футболу. До третьих поединков дело дошло только в 2 сериях из 4. БЧ и «Столица» выбили из борьбы «Литсельмаш» и «Дорожник» соответственно. ВРЗ и охрана «Динамо», а также «Витен» и «Борисов 900» проведут еще по одному матчу. Все точки над «И» в своем четвертьфинальном противостоянии ВРЗ и охрана «Динамо» расставят в Гомеле. Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17:00. «Витен» и «Борисов 900» сыграют решающий матч на территории «Энергетиков». Поединок в Орше стартует в 18:00. В Минске состоялся Кубок Беларуси по конкуру. Удачно выступила на турнире гомельчанка Мария Муравьева. Воспитанница областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта выиграла 2 серебряные и 1 бронзовую награду. Параллельно в Гомеле проходила республиканская матчевая встреча по выездке среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В личном зачете у гомельских всадников 2 призовых места. Первой стала Виктория Пильник. Полина Косенко показала 2-й результат. В командных состязаниях воспитанницы областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта заняли 1-е место. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».